Ну давайте поговорим, что было с нашей страной и как на нас накладывали санкции. Санкции. Своего рода промежуточное звено между миром и войной. Прежде чем вводить войска, государство пытается добиться желаемого обходными путями. Более 10 тысяч санкций против России на данный момент в экономике, в политике. Ракеты, украинцы, окопы дополняются мишурой этих санкций, которые, по большому счету, бьют только по этим же европейцам и украинцам. И это те санкции, которые делают нас сильнее. Это те санкции, которые позволяют, наконец, нам вспомнить и понять, что мы сами можем делать очень многое.